Если коль под наледи вода, то у нас рыбак. Что надо где-то? Железный лед, это не надо. Это никакой надо. Вот смотри, высоко, высоко. Вот уже правильно на маленечко сюда. Вот. Свет, наверное, вот здесь надо делать. Так, делаем его что, в пластике? Конечно. И развлекайся. Делаем, да. Значит, мы внизу делали Иордан. Было 36 градусов мороза, и бабочка был в немочи. Он заболел маленько. И когда, значит, благословил меня воду освещать, когда я осветил воду, на себя ведерко удички, раз, Леша не успел меня сфотографировать. Это было вот такая штука. Так что должна техника работать. А у нее есть какие-то особые размеры? Да. Любой крест кратный, сильный.